есть Виктория или победа сборной России по футболу одержала свою первую победу под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. Наши игроки переиграли своих оппонентов из Ганы со счетом 1-0. Победный мяч на 20-й минуте первого тайма забил Федор Смолов. В дальнейшем отличиться смогли обе команды, но счет на табло так и не изменился. А вот болельщики сборной Ганы накануне матча искренне верили в успех своей команды и даже предрекали ей победу с крупным счетом. Наша команда. Гана, 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 выиграла. Россия 1. Я тоже так думаю. Да.